Пляжи курорта чистыми и ухоженными должны быть не только в курортный сезон. Лето – время активной работы, осень – время наводить порядок. И если предприниматели плюют на свои обязательства перед городом и его жителями, то их ждут штрафы. А городские службы – работа по наведению порядка. Требования главы курорта – очистить пляжные территории от инородных элементов, рекламных конструкций, полуразобранных кафе и мусора. Сотрудники двух управлений – по санаторно-курортному комплексу и муниципального контроля – выезжают на плановые проверки и отслеживают проведение демонтажа. Комиссии по освобождению земельных участков было принято решение снести 66 построек, о чем собственники были извещены и до 17 ноября должны были разобрать конструкции добровольно. Там, где работа даже не начиналась, демонтаж произведут городские службы, а нерадивым собственникам предъявят претензию штраф.